Всем привет, с вами Ню и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а мы играем в Пулли. Да, продолжаем развлекаться в новогодние праздники здесь. Да. Рождественские каникулы, наверное, скоро будут, не знаю. Не знаю, что там будет, я знаю, что за задание там. Руди, красноносый Санта. Ёперный театр. Нет, опять бомж Руди. Его Руди зовут? Да. Ебать. Что-то мне вообще не нравится, если честно. Мне кажется, это отсылка на плохого Санту, на фильм. Он похож даже визуально на него. Где у тебя велики опять? О, подожди, занятие. А мы сматываемся. Я ты иду, хочешь, иду ты очень занятие. Сильно хочешь позаниматься? Мне... Соскучился по школе? Да. Что-то давно не был. Опа! Оп! Блин, ну когда-нибудь у меня получится. Когда-нибудь, верь в это. Главное верить. Стой, подожди. А чё? Она чё, обиделась? Чё, не ты так? Успокой девочку! Гандон. А, все. Да вы близнецы? Что хотите от меня? Блин, а ему так идет, эта кожанка очень сексуально выглядит, если я честно. Буду... Если бы не вспоминать о том, что ему типа лет 14. Не знаю, сколько ему. Я уже старовата, что это? Фоткать пойдем в этот раз. И снова привет, надеюсь, фотокамеру никто не забыл. Да, у меня с собой. А не она же Изо ведет? Вот один бродяг или собак. Чего? И где их должен искать-то? В Нью-Ковентри. Нью-Ковентри. Ладно, поехали, время-то идет. А не она же ведет Изо? Нет. Уверен? С виду она. Ну, может быть, кстати, слушай. Ну, может быть. Может быть. Опа! Ай, сейчас он опять затормозит. Проблемы решаются довольно быстро. В реальной жизни нельзя отжимать велики у людей. Не, ну в целом-то можно, конечно. Нет, но... нельзя. Но тебя за это накажут. Но здесь, правда, наказание... Здесь не так быстро тебя простят, как там. Здесь тебя, точнее, наоборот, быстро прощают, потому что ты тут угнал, и буквально через секунду тебя уже никто не ищет. Ну, тоже верно. Так. Бродяг или собак? Ладно. Это довольно опасное задание, если подумать. Вот в реальности, прикинь, школьника послать. А вы что тут делаете? Тут какой-то мужик клеится к школьнице, между прочим. Искать клеится. А где? Чего мне искать? Кого? Бродяга собак. Или собак? Вот это бродяга? Нет. Тебе бомжара тут нужен. О, бродяга. Вот это точно бродяга. Он так побежал. Лояльный кадр. Отлично просто. Если что, скажем, что этот пацан ему помогал. Переходить дорогу. Еще кого-то надо? 4 штуки надо слоткать. Спасибо. Вот это бродяги? Да. Нет. Вот это вот. А, это да. Да-да, слоткать. Нет, это не да. Бродяга. Я не понимаю разницы между бродягой и не бродягой. Я тоже, если что. Ну вот бомжара, это наш любимый. По-любому бродяга, да? О, это кадр. Это очень даже неплохо. А где хоть эта собака? Собака вообще... А чё он тут себя доебал? А это крутые, они же сейчас наши эти, враги на данный момент. Они типа на меня больше... Значит, крутые спортсмены на меня вот еще докапывают. Еще. Так, на меня еще докапываются крутые спортсмены, поэтому их надо будет воспринять. Давай. Он бедный, идет грустно. Ого. Грустный. Вот что тебе говорить надо? Это фото для Discovery. О, вот это еще красиво будет. Давай. Эх. Давай. Блять, ну как ты так-то? Нормально, встань. Эх, ладно. Класс. Такой кадр потерял, такой кадр. Такова жизнь фотографа. Не успел вовремя среагировать на кадр, и больше ты его никогда не получишь. Да-да, именно так это типа и работает. Я автобусная остановка, тебе не в школу надо? В школу, сейчас я. Что ты делаешь? Тебе добежать-то не быстрее? Нет! Он такой, ну ладно, ладно, взять автобус. Автобус я разрешаю тебе, что ли? Да-да-да. Позволяю. Так. А, господи.
Опять пристают ко всем. Так, ну чё, к нам мисс Филлипс, по-моему. Которому духи стырили. Да, хорошая работа, Джимми, ты настоящий фотограф. Ну, я знаю. Чё дали? Чё не дали? Не знаю. Увеличимость, мистивность фотоальбома. Который мы так и не увидели, да? Который мы даже не знаем, как его использовать на самом деле. Окей. Так, ну чё, идём? Что ж, Руди, блять. Наш любимчик Руди. Что он опять от нас хочет? Я хочу еще одно задание с Этной. Будет, надеюсь, еще хотя бы одно. Ну, надеюсь. Мы еще как бы посмотрели на сохранение данных. Ну и что? 31%. Еще есть что посмотреть, наверное. Наверное. После Нового года еще получается... Еще весна и все. Ну и лето есть, тут есть лето. С другой стороны, нас ведь еще мы добились уважения этих, как его, хулиганов, добились уважения мажоров. Сейчас мы добьемся, скорее всего, уважения понтовых, а у нас еще Гэри. Просто не, еще Гэри, еще спортсмены. И, по сути, я так и не видел ботаник. Они нас так-то тоже не уважают. Нормальных нам ботаники. Нет, я не увидел прям уважения ботаник. О. Думаешь, ботаники отдельно будут? Не знаю, посмотрим. Рудик, ну давайте, давайте. Ай, блях. Любимчик Руди. Эй, Санта, как жизнь? Ух ты, это ж мой маленький помощник. Как он, ёлка. Хочешь курнуть? А, да, я забыл. Твои мальчики не курят. Ну, что ты затеял? На мастерскую не тянет. На, надо слегка прибраться. Как тут медитирует? Вообще в мусорках, может, найдешь украшений. Видимо, на воздухе блестящего. На воздухе сидит. Да-да-да. Дело предстоит важное. Надо соответствовать. Да будь тебе мужик с твоим-то переграм и шизой. Ты прям само Рождество. Еще как. Но эту свалку надо облагородить. Предоставьте все мне, мистер Клаус. Он... Господи. Че? Мы же ему в прошлый раз уничтожили Санту, который помогал. Он сделал место, куда будут приходить люди и садиться к нему. Куда будут приходить дети и садиться к нему на коленочки. О, транзистор. Это хорошо. Окей. Подожди, время-то идет, а я что-то тут это... Так, а что такое? Собираешь всякую фигню разноцветную. И собираем, собираем красоту всякую. Так, что такое? Просто какие-то посылки собираю, хорошо. Ну. Видимо, это, кто-то готовится к Новому году, а мы тырим. Посылочки Санта. Нет, опять! Тебе за тобой бегают шапки и карлики. Какой ужас! Да что вам надо-то от меня? Серьезно? Давай еще одна осталась. Ну! Такое ощущение, что озвучивали люди, которые надеялись озвучивать Южный парк. Здесь нет ощущения, что там кричит Картман где-то на фоне. Да что им надо-то от меня сегодня? Что им надо? Я понять не могу. Не знаю. Слушай, они не устают. Вообще, так они маленькие карлики. Ой, боже, а. Пойдемте, Руди с вами разберется. А я знаю, что вы не можете сделать. Блять. Так, мужик, вот все, что я собрал. Молодец, пацан. Думаю, мы почти готовы к открытию. Ну, давай. Кстати, ты фотик захватил? Да, есть. Эльфы мне не успели мы подогнать. Ага, я так и думал. Не боюсь, все схвачено. Круто. Теперь встань тут и вперед. Пора добыть мне, в смысле нам... Бабла! Хоу-хоу-хоу! А что делать-то? Я не знаю. Серьезно? Что, фоткай? Фоткай, быстрее! Давай!
И чтобы дети на фото улыбались. А-а-а. Как? Улыбнись. О, сука. Блять. Так, что там? Он. Улыбнись. Я хочу что-то там большое. Здорово, нет, это я не могу тебе говорить. Но могу подышать на тебя перегаром, тебе сразу покажется, что ты что-то хорошее. Гандонас. Буквально доли секунды. Так он не улыбается, что, не видишь, что ли? Блять. Охренеть. Это что за... Это очень тяжелая херня. Аллилуйя. Слава богу. Ну слушай, ну и прям доли секунды надо уловить. Это хороший обман на самом деле людей. Типа они довольны, а на самом деле они улыбаются доли секунды. О, молодец, девочка. Это Клодет. Так, кто следующий? Так, что ты хочешь? Слоненка там? Не вижу. Я... Ах, вы охуели совсем. Я буду жаловаться. Нет, это какая-то херня. Оп, блин, ну так-то поймала, она улыбалась. Ну да. Молодец, Джинни, хорошо работает. Ладно, Дедзина, нахер. Так, это что тебе надо, маленькая? Я недоволен. Только, смотри, меня взял какой-то на колени мужик, значит, взрослый, пьяный, под шофе. И фоткает какой-то пацан старше меня на несколько лет. Фу, блядь. Лучше бы он рот не открывал хотя бы. Фу, блядь, тяжело. Очень. Все, гадите нахер. Мы сделали это. Хоу-хоу-хоу. А я столько бабок не видел даже. Я вообще там ничего не вижу, если честно. На бегах? Ну да, ну знаешь... Олени бегают? Олени бегают, ну, и... О, я же еще к последнему заезду успеваю. Пока, малыш, вот твоя доля. Сколько там, гребли за 5 детей-то? О, нихуя себе так-то. Вы что, типа за фотку по 20 баксов подгоняют? Неплохо. Неплохо, я скажу тебе. Очень даже неплохо. Пойдем сразу в следующий, я понял. Оно тут играет прямо вплотную. По 25 баксов за... Ой, по 20 баксов за фото, это неплохо. Да, не говори. Ну, правда, еще ребенка надо выслушать. Типа поймать кадр. Ревнивец Джонни? Давай. Интересно. Чтобы это ни было. Подожди, Джонни, это случайно не глава понтова? Мне даже кажется, что... Так ты здесь. Ага. Ты, наверное, думаешь, что я смешон, да? Всеобщее посмешище. Да нет, ну, то есть ты, конечно, одет немного странно, но... Да, и все надо мной смеются, все вы надо мной. Ты о чем вообще? Не строй себя, идиота, ты с ней трахался. С кем? А о ком ты говоришь? Стопудово, да. Трахался? Да с кем? Что? С Лолой, с этой шлюхой. Я люблю ее. Это логика. Нет, что ты? Она мне изменяет. Пацан, я точно знаю. Это шлюшка, это невыносимо. Я умру из-за этой шалавы. Я не пойму. Черт, я знал, что этим все кончится. Чем? О чем вообще? Она с этим мажором горным. Я точно знаю. Откуда ты знаешь? Ты выяснишь, что для меня? Я не выдержу неизвестности. Мы встретимся в тоннеле рядом с Нью-Кавентри сегодня вечером. Мы достанем улики, возьмем фотоаппарат, и мы все уладим. Раз и навсегда. Окей. Okay. Мне так нравится, какая у него биполярочка. Вот Лола. Сними, как Лола целуется с Гордоном. Держит его за руки и так далее. То есть получается, с одной стороны, она шлюха, но он ее пиздец как любит. Но она шалава. Но он шалава. Без нее жить не может. Без этой шалавы. А почему она не может быть не шалава? Нет. Между прочим, это даже... Так, так, так. Интересно. Так, 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 стоп, стоп. А, людям не нравится, когда их фоткают. За ручки держатся, давай. Опа, хорошее фото, отлично. Да, прямо это. Как Лола целуется с Гордоном и принимает подарок. Давайте, давайте, голубки. Давайте, давайте. Я жду. Оп-оп-оп. Что будет? Давай. Опа, понимаешь? Цветочки-то неплохо дарит он, цветочки. А ты видал, он прям фокусник. Они целоваться пошли. Блять, 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 блять.
Бегут, бегут прям. Давай. Поцелуются. Я иду, нет. Меня тут нет. А, они решили целоваться. Что происходит вообще? Да нельзя им попадаться на глаза. Когда они передумывают целоваться? Да. Окей. О-о-о-о-о. Да они... А, они все время за углом хотят где-то поцеловаться. Поехали, поехали! А куда, куда? Я понимаю, что крылья любви понесли там и тому подобное. О, сколько эротики я нафоткал. Все, вам хана. Хана, хана, вот. Он ей в сиськи дышит, господи. Так, что еще делать-то? А если они не признают, что они шлюшки? Она могла рассказать. Ну, вообще, да, если они встречаются, по крайней мере, с этим парнем, а то мы не знаем даже, может, она не встречается с ним. Может, он просто до нее доебался. А зачем тогда ему фотки? Ну, это ревность, собственничество, что это может быть? Сейчас посмотрим на фотки, Джонни. Разберись. Что будешь делать? О, привет, пацан. Ну, у него лицо. Вот, взгляни на фотки, Джонни. Похоже, Лола та еще шлюха. Я знал это. Я догадывался. Так-то да. Молодец, не зря заподозрил. О, уже не понтов. Чудно. Видишь, не зря подозревал. Не зря подозревал. Ладно, ладно. Что еще будет? Что будет дальше? О, там дальше продолжение Джонни. Походу, да? Нет, походу, да? Вот это. Приманка. Нет, приманка. Да, 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 это видимо. Тебе очень интересно, да? Твоя задача максимально раздолбать машину. В смысле? Давай пошел нахер. Ладно, не будем раздавать машину, тут что-то много полицейских более собралось. Что нашла такого в этом горте? Чё? Считаешь, это смешно, да? Нет. Думаешь, я посмешище? Ну, дружок, вообще-то я здесь король. Я! Я знаю, ты король. Но моя королева шлюха, и теперь надо мной все смеются. Ну уж нет, я не смеюсь. Молодец, пацан. Молодец. Мы с тобой зададим хороший урок этому гордому. Грязные лапы подальше, чтобы держал от моей девочки. Замани его в заброшенное здание. В Нью-Коментри за залом профсоюзов. Я буду ждать там, как, чтобы хорошо проучить этого подонка. Договорились. Договорились. Ладно. Иди вот, Гордо вот, вот же что он переживает за свой имидж. Это забавно на самом деле, учитывая тот факт, что, скорее всего, никто не знает, что происходит, и вообще посрать всем. Он догадывается, как бы, видишь, он чувствует, что все думают, что раз он знает, значит все знают. И тем самым это называется синдром прожектора, и когда самым... человеку кажется, что все о нем думают. Да понятно, и тем самым он думает, что все думают, что о что он посмешище, а он так-то это лидер типа понтовых самых крутых. И для него, это все это важно. Я и не понял, а что за. Она движется куда-то. А, я думаю, что за херня? А, это Горд. А он еще и на велосипеде, понимаешь? Подразни Горда, чтобы он погнался за тобой. Так тогда надо вот этого вот. Опа, опа. Так, стоп, стоп, стоп. Догонишь? Поехали. Погнался? Нет. А, нет, погнался. Погнался, погнался. Только... А не он погнался, что ли? Подожди. Ну ладно, едем. Она здесь за мной едет. А, вон. Так, так, так. Ай! Горд, 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 вон. Рыжий. А чё, в смысле? А, видимо, здесь нет Горда. Он всё-таки за тобой не погнался? Или погнался? Нет, нет, подожди, погнался. Это типа на этом надо заехать? А-а-а. Ого. Ну привет, Горд, похоже, ты влез туда, куда не стоило бы. Угу. Чш, кузина, это законно. А ты про Лолу? Кузина? Да, моя женщина, теперь ты заплатишь. У них же там все друг с другом спят. Помоги Джонни избить мажора. Охренеть. А нужно ездить и избивать? Вот это пипец. Ой, мне сейчас голова закружится. О-о-о. Так, давай-ка сделаем... Может, пешком? Да, давай-ка сделаем по-другому. Смотри, вот он едет. Вот, вот, вот. Сейчас мы...
Куда-то, куда-куда? Не-не, чувак, хватит. Хватит. Сейчас мы позаботимся маленько о тебе вот так вот. Вот так, да. Отлично, давай еще раз. Стоп. Подожди, давай-ка вот так. Пипец они, блин, гоняют. Вон упал один. Что ты делаешь? Опа, завалил. Отлично. Я тебе тоже сегодня хана. Хорошо. О, у него петарда. Петарда, хорошо. Так. А их в определенном порядке надо замочить, что ли? Нет, нет. Какого помо... О, это горд, кстати. С головы. Давай. Тоже стоп. Все? Не надо меня пить в плечика. Ну что сейчас Глав скажет? А, наконец-то я могу выбросить это из головы. Вот твоя плата, теперь проваливай. А тут ты шрамирован. Ага, ладно, Джонни. Велопарк открыт. Это вот это велопарк? Уважение мажоров минус 5, уважение понтовых плюс 5. А там мажоры уже под нами. Хер на их уважение. Я их ну, там всех да. Победил. Коробка из. Окей. А сейчас куда? Ну, вон там сколько заданий, смотри. Ого. Ну, понтовы уже с собой не лезут, кстати. Ну, это хорошо. Хоть они перестали подлезать. Остались только спортсмены, они только постоянно это... Доебываются? Да, каждый раз, когда меня видят. Ну, можно, кстати, пойти на прием еще изучить. Транзистор. Вижу, да. И еще какое-то задание там висит. Там не одно. Чужая территория и рисование граффити. Мне нравится рисование граффити. Баллончик дадут, что ли? Возможно. Это было бы неплохо. Господи, эти бабки тут ходящие, они, блин, меня пугают. Так. Джонни, интересно, конечно, персонаж, как он лидером стал, непонятно. Вух. Не знаю. Ну да, он такой какой-то очень нестандартный. Нет, он лидер. Он достаточно как бы активный, он решительный. Да. Но... Вот раз. Да-да-да. Подожди, а там вот что-то было? Чем я... Не знаю. Блин, нарушение режима. Я успею, наверное, пойти к этому сходить. Нормально все, никого тут нет. Вообще, время 11. Успею. У тебя время до скольки? До 2 часов ночи вроде? Да. Успею. Там он кто-то нарушает режим, без меня неплохо. Крыса. Эти крысы, блин, размером с котиков. Режим. Ха! Я уж испугался. Я тоже думала, видимо, ночью не зайдешь. Так, ну держи, вот тебе еще один. Сойдет? Готов к уроку. Давай. Новый смертельный прием, покажи мне. То, что надо. Комбо 5 ударов. Ох ты ж. Вот давай. Это вообще знатненько. Из 5-то ударов. Ну это ж хорошо. Нет, 5 ударов прям прекрасно. У меня комбо 3 удара было максимум, сейчас 5 ударов. 5 это ж хорошо, это отлично. Это прям можно разваливать всех. Пойдем отсюда. Нет, вот это прям все сильно. Пошел по. Ой, Джимми, такой драчун, это какой-то пиздец. Тогда проверим сразу. Чё, куда там птицы такими страшными стаями, блин, летают? Подожди, тут есть, кстати, прикол один? Но. Оказывается, тут есть два типа унижения. Но. Фу, блин. Как некультурно. Неприлично. Чего неприлично? Он унизил. Нельзя плевать в людей. Унижение. Унижение? Я против, когда людей... Когда против людей используют насилие. Что надо? За просто яйцами общагу делать. Да пошел. Время есть, в принципе. О, господи.
А у меня есть яйца? Ты... А ты мне... А, есть яйца. Я, говорит, тебя вижу. А, там девочка что-то хочет с нами. Отвали ты нахер. Ну, бросай, чё. Сейчас, убегу от него, что дальше. Куда-то конкретно или просто бросать? А, так что ли, господи? Бух, бух. Прям забросал. 10 баксов за 3 лица. Бля, какой-то еблан. Ну, он захотел, какая чтобы луна, я... Какая луна, пипец, ты видал? Он захотел, чтобы я забросал 3 яйца, кинул за 10 баксов. Я, знаешь, что тоже кинул. Считай, что это просто здание. Считай, и за бесплатно бы кинул. Но мы ему об этом не скажем. Так, ну, кстати, успеем на урочек сходить. Хочешь еще успеть на урочек? Почему бы и нет? Господи, какие тут крысы бегают. Да. Интересно, алло, будет нашей? Так-то у нас... Алло? Так-то у нас есть, смотри, фотка ботаника. У нас влюбили девочку ботаника. Влюбили девочку мажора. По сути, по логике, девочка понтовер должна быть следующая. Я думаю, Джонни будет не в восторге от этого. Будет, но зато мы подмем под себя мажоров тем самым. Мы унизим Джонни. У тебя девушку только что это унизили. Получается, мы унизим Джонни. Это же... В глазах всех понтовых. Тебя Тричи просто бежит и страдает. Да, вон она. Дай ей цветок. Эй, как ты? Эй, иди ты. Блять. Ладно, хер на нее, она не хочет. Давай вот с этой вот. Эй, господи, да опять боже. Кто-то заебался. Давай, Джессик. Как дела? Нормально, все, на тебе цветы. Давай. Давай. То есть он там, получается, вешает только ключевых персонажей, а просто каких-то рандомных девочек он не вешает туда. Давай. О, как засосались-то, видал? Да. А вообще. Плохо, говорит, неплохо. Ладно, пойдем. Луки вот здесь. География. Все-таки мы развели Джессику. Надо просто Морти подсказать, что нужно одеться в костюм попафоснее. Все по местам, пожалуйста. Сегодня мы увидим. А, бля, география, ёпта. А что сейчас будет? Мы уже страны, всю Европу разложили. Главное, не Америку. Погоди, в какой стране? По штату? Америка. Это чё? А, это штаты. Ладно, давай попробуем. Подожди, какие есть? Так, Алабама, Аризона, Калифорния, Флорида, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мичиган. Давай начнем с Калифорнии. А где Калифорния? Калифорния, мне кажется, должна быть... Подожди, нет, давай с Флориды. Флорида где? Флорида, попробуй внизу, вот это да. Да, отлично. Миннесота. Где-то у реки. Канзас. Канзас, попробуй вот... Это, наверное, Техас самый большой. Техас самый большой штат. Канзас, вот смотри, там где-то кукуруза. Давай куда-нибудь вот под кукурузой Канзас попробуем воткнуть. О, Монтана. Подожди, время-то идет, давай быстрей. А тут да. Луизиана, это что-то с какими-то реками у них связано. Нет, это точно не слева. Да там давай уже. Давай вот наверху где-нибудь реки. Где вот это? Нет, справа. Справа, видишь реки? Где-нибудь здесь. Погорел. Блядь. Давай не Луизиана. О, давай. Нет, это что-то с Нью-Йорком. Ну это холодно. Холод, Миннесота, Аризона. Калифорния, наверное, где-то слева, мне кажется. Все, вот короче, тут... мы провалим. А, это вот это. Совсем... Вот это Калифорния? Северная Каролина. Вот это наверх. Нет. Вот Вон слева, слева наверху. Пиздец. Северная, да. А что там еще там вылезло какие-то? Посмотри. Да ты что делаешь-то? Миннесота, это вот. Завалили географию, просто завалили географию. Хоп, мы штаты не тенденции. Знаем, к сожалению, мы не живем в штатах. Блядь, это какой-то пиздец. Справедливости ради нужно будет посмотреть у них штаты, чтобы потом можно о, школьный магазин. Покупать. Прикол. Прямо вот. В школе. Чтобы потом посмотреть, что, где, как, когда и почему у них. Надо будет глянуть. Я так и думала, что будут штаты, вот полюбас. Просто интересно, если это второй урок, что будет в третьем, четвертом и пятом, блин. Не, ну тут мы, конечно, завалили штаты, ну ладно. Да, запишемся. В комнате? Ну.
Плохо, конечно, что географию завалили. Ну, кто знал, кто знал. Мы все-таки не в Америке. Это мы вот тут можем найти, где Камчатка, где Сахалин, Якутия, вот эта вся история найти. Москва, Питер. Области разные. Да, ну все. А, что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.